Сначала на помощь спешит добровольная пожарная дружина, которая дислоцируется в Салахауле. Затем подъезжают сотрудники нацпарка и спасатели из центра Сочи. По легенде учений, в поселке разгорелись костры, которые угрожают лесу. Учения плановые. В городе наступил пожароопасный период. Мы постарались сделать максимально приближенно к действительно лесному пожару. Я считаю, что цели на этих учениях мы достигли. Первым прибыли добровольная пожарная дружина. Они здесь рядом, для этого они и создавались. Это универсальный прицеп, в котором есть и насос, и на 6 человек одежда, и рукава в количестве 300 метров. Сапоги, ну все, укомплектованы полностью. И они могут с успехом тушить пожар. В учениях сегодня было задействовано 17 единиц техники и 87 человек. Добровольная пожарная дружина участвовала впервые. В Салахаульском сельском округе ее создали год назад. На то была необходимость. Местность здесь не только отдаленная, пожарные сюда едут целый час, но и лесистая. Пожары случаются часто из-за непотушенных костров и брошенных окурков. Десятки возгораний здесь локализуются силами добровольцев. В Салахаульском сельском округе их 25. А потому что у меня здесь 5 поселков, 5 маленьких разрозненных в горах поселков. И в каждом поселочке 5 человек имеется граждан, мужчин среднего крепкого телосложения, которые способны действовать в таких условиях. В условиях пожарной, в горах, в лесах. И если надо, не дай бог, сломать стену и зайти в дом, спасти человека. Сегодняшние учения показали, что машина работает реально, ДПО работает, костюмы живые, шланги мокрые, как говорится, и процесс идет, все будет хорошо. Машина дружинников вмещает 200 литров воды. При серьезном пожаре этого объема может не хватить. Поэтому сельскому округу администрация Сочи обещала подарить целую пожарную машину. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.